Ну, автограф. Больше 40% не заштриховывайте, потому что потом не берут в магазин. Я уже знаю. Итак, Глеб, 100 гривен с автографом. Глеб, у меня есть залог. Залог. Это лайм. Это лайм. Если порезать, будет 150. Поэтому 50 не канает. Он и так 50 стоит. Он больше дорогой. Итак, Глеб, не ешьте. 100 гривен. Глеб, складываем пополам. Я уже показывал, где нам 100 долларов. Еще раз пополам, еще раз пополам, еще раз. Глеб, и разворачиваем, у нас получается 100 долларов. Поехали. Глеб, это гривна с моим автографом. Держите, это вам на память тоже. Спасибо. В общем-то, все. Все. Спасибо, Глеб. Ну, надо ж на такси. Глеб, я верну ваш полтинник чуть позже. Пока покажу другой фокус. Другой фокус. Глеб. Не ешьте лайм, я сейчас вам верну. А пока хочу вам показать один крутой фокус, чтобы вы сосредоточили свое внимание, потому что следующий будет просто бомба. А кто умеет собирать кубик Рубик? Ну, обычно одну сторону максимум, да? Я тоже не умею, но я покажу, как это делают фокусники. Смотрите, берем кубик, делаем так, на раз, два, три. Раз, два, три. Это легко. Нет, идите сюда, идите сюда. Неудачно получилось как-то. Глеб, я видел, у вас еще есть деньги, поэтому мы продолжим. Подождите, нет, не волнуйтесь, все будет хорошо. Идите сюда. Итак, Глеб. Глеб, держите, это невидимая колода карт. Держите. Дайте, это другой вам мешает. Перетасуйте, перетасуйте. С коробочки достаньте, потом перетасуйте. Отлично. Коллега прямо. А Глеб, тут стол, тоже невидимый. Положите колоду лицом вниз на стол. Глеб, я живу на Молдаванке. У нас, знаете, самая простая карточная игра. Поднимаем полководы. У кого карта старше, тот выиграл. Я первый. 9 пик. Туз? Туз какой? Бубновый? Вы тоже с Молдаванки? Бубновый. Смотри, какой. Глеб, дайте сигаретку. Обычно я выигрываю. Итак, 100. Знаете, раньше на пальчиках писали, курение приводит к импотенции. Я всегда брал сердечно-сосудистый ледовый. Туз бубна. Глеб Молдаван и говорит туз бубна. Я объясню, почему это. Вы могли сказать вообще туз пик, там король, там все что угодно. Но вы сказали туз бубна. Смотрите, там было несколько сигарет. Убираем огонь, обламываем фильтр. В этой сигарете просто была карта. Это одна сигарета с картой, остальные нормальные. Вы можете проверить, Глеб. И в этой сигарете есть карта, и вы сказали туз бубна.